Здравствуйте, коллеги. Рядом со мной представитель Оренбургского края. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, какую компанию будете представлять? Меня зовут Руслан, компания МК «Вектор», торговая марка «Сарматская сила» и вторая – это косметическое направление «Секрет Востока». Находимся в городе Оренбурге, производим продукты из конопли, не только пищевые масла, масло конопляное, плюс еще 12 видов различных пищевых масел. Также косметические масла, эфирные масла, более 45 видов. Наша каша вот здорового питания, более 7 видов. Ядро конопляное и семена конопляные. Сейчас у меня с собой семена, ядро не уместилось в руках, но как бы ядро тоже продаем как и оптом, так и в розницу. Расскажите о прелести конопляного масла, чем оно может помочь, или оно просто вкусное и полезное? Ну, она не только вкусная, да, но она еще очень полезная. Как бы это испокон веков. На Руси как бы раньше было конопляное масло. До 1963 года, да, у нас вообще в России как бы более 1 000 000 гектаров сажали, ну, сеяли коноплю. Применялась она как и масло, как и, может, кто помнит, шпагаты различные, да, веревки как бы. То же самое она и сейчас есть в канатах, также его делают из тресты конопли. Ну, помимо этого еще производят продукты питания. Там семечки можно просто как бы обжаривать, кушать, как раньше их, ну, вместо подсолнечных ели. Также либо просто масло. Здесь она содержит аминокислоты, омега-3, омега-6, омега-9, то, что для организма необходимо. Да, давайте немножко скажем про каши. Сколько у вас в линейке вкусов? У нас более 7 вкусов, как бы различных, да, там от цистита для понижения сахара, там для протеинового это с добавлением протеина из конопли, там как бы они очень все полезные, очень не только полезные, но очень, очень вкусные, они моментального приготовления. Здорово, что, сохраняя традиции, мы поддерживаем очень современную повестку ЗОЖ. И спасибо вам за вашу работу. И надеюсь, что покупатели по достоинству оценят вкусовые свойства и, главное, свойства для здоровья ваших масел. Спасибо большое. Спасибо большое.